Можем ли мы сдать в милицию тех людей, которые нажимают кнопку нашего домофона, и это сказать: «Я хотела с вами поговорить о Боге». Представьте, что перед вами сейчас находится мужчина, молодой мужчина, 33 года, паспорт иудея. И он говорит: «И говорю вам, доставит человек отца и мать своих». Что такое миссионерская деятельность? Прежде всего, это деятельность религиозного объединения. Религиозное объединение – это религиозная организация или религиозная группа. Нет, религиозное объединение, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я с вами. Правого определения секты нет. Есть религиозная организация, есть религиозная группа, там, в целом это религиозное объединение.